Как не проявить свои силы и сноровку, когда появляется возможность поучаствовать в веселых и интересных конкурсах? Тем более, когда за это полагается денежный приз или ценный подарок. На городском празднике подростки с усердием напрягали мышцы, пытаясь победить соперника по армспорту. Юные красавицы демонстрировали ярко оформленные зонтики, добиваясь звания лучшей умелицы. А молодые мамы украшали детские коляски и своих малышей. Маленькая принцесса Софья всю конкурсную программу сладко проспала в своей карете, пока ее родители завоевывали первое место. Это делается для детей, потому что это их память. Младшие останутся фотографией, а старшие, естественно, запомнят на всю жизнь. Но, естественно, если мы кому-то скрасили настроение, кто-то в наш адрес улыбнулся, это уже хорошо, потому что старались. День солнечного города стал двойным праздником для молодоженов Ирины и Александра. Пара утверждает, что их брачный союз станет для молодежи примером крепкой и счастливой семьи. Праздник города мы сказали. Все на свадьбу, поэтому решили сделать его для всех, для вас. Праздничная программа проходила на одном дыхании. Солнечногорских артистов сменяли их коллеги из области и столицы. А после появления на сцене новой российской группы «Республика» зрители пустились в пляс. Много молодежи, которая просто нам очень нравится, это просто самый замечательный праздник. Вот просто на самом деле нашему городу уже 60 с лишним лет. Мы просто рады этому. На часах уже 7, а горожане и не думают расходиться по домам. Город гуляет, молодежь веселится. Утомились только самые маленькие. Скоро этот вечер закончится, но в памяти людей все происходившее сегодня наверняка останется надолго. Остановись!